Хоть и не красный день календаря, но от этого не менее важный и значимый праздник – День матери. Последнее воскресенье ноября традиционно принимают поздравления мамы от своих близких. Мама – самый главный человек в жизни, пожалуй, каждого. Мамы, независимо от дня недели, времени суток, дарят заботу и ласку своим детям. Но отдыхать надо и им. Как? Где? Кто во время отдыха займется детьми? Почему, чтобы отдохнуть, маме нужна доброта? Узнаете из сюжета Галины Макущенко. Даже на занятиях для детей Светлана постоянно находится рядом. Несмотря на то, что в кабинете присутствуют преподаватели, она тоже помогает Рите готовить и делать аппликации. Мама рассказывает, что Рита очень подвижная, любопытная, поэтому за ней нужен глаз да глаз. И добавляем молочко. Да все у тебя нормально. Что-то у тебя красненькое просто было. Светлана рассказывает, быть мамой значит все время посвящать детям. У нее 3 ребенка, старшая уже выросла и не нуждается в пристальном внимании. Но от этого обязанностей не становится меньше. Весь день расписан по минутам. У детей занятия в бассейне, школе с разными педагогами. Времени катастрофически просто не хватает. Вот я как не работающий человек, да, у меня все равно времени не хватает, потому что и школа, и бассейн, и психолог, и логопед. То есть и йога, то есть всевозможные занятия, у нас времени вот совершенно не хватает. Социальный центр «Доброта» открыл свои двери для мам. Тем, у кого из-за различных жизненных обстоятельств не хватает времени и средств отдохнуть самой и дать ребенку возможность посетить развивающие занятия в различных центрах, всем вход открыт. Совершенно бесплатно. Вздохнуть свободно, пока твой ребенок занят с педагогом, может любая мама. Няня на час. У нас мамы имеют такую возможность прийти с ребенком, оставить его в течение 3 часов и решить свои вопросы, те, которые им необходимы. И они уверены, что ребенок всегда будет под присмотром. Впрочем, многие остаются на занятиях вместе с ребятней. Сменить обстановку тоже важно. Мамы обратиться к нам могут буквально все. Мамы, которые малообеспеченная семья, мамы, которые семья многодетная, мамы, которые имеют детей с ограниченными возможностями. Любые вопросы, которые задают нам мамы, мы их по мере возможности стараемся решить. Мамы разные нужны, мамы разные важны. Особенно с хорошим настроением и полные сил. Особенно накануне праздника. Почему прилипает? Не прилипает. Галина Макущенко, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей.